Вновь повторю, вопрос носит принципиальный характер. Наличие собственных передовых технологий – это ключевой фактор суверенитета и безопасности государства. Сегодня мы экспортируем нефть, газ и, к сожалению, экспортируем интеллект. Но если за первые две позиции российский бюджет получает деньги, то интеллект очень часто уходит из нашей страны бесплатно и безвозвратно. Это не просто расточительно, это недопустимо по отношению к собственной стране. Теряя талантливых ученых, специалистов, Россия теряет ведь не только деньги, время, по сути, теряет позиции в конкурентной борьбе за будущее. Мы должны создать все условия, чтобы новое поколение могло реализовать свой потенциал именно в России. Система образования также должна исходить из того, что современная экономика требует от человека постоянной учебы, совершенствования знаний. А теперь, по сути, все мы учимся всю жизнь. Мы понимаем, что главная инвестиция, если рассматривать среднесрочный период, это грамотная система управления талантами, чтобы за рубеж мы действительно отправляли не интеллект, а интеллектуальные товары и такие же услуги. Чтобы ни мы, ни наши дети, ни наши внуки не узнали, что такое отставшая от всего мира страна, мы должны сражаться каждый день за каждую идею, то есть сражаться за будущее России.